В правительстве Кировской области состоялась встреча губернатора с делегацией компании «Промамед». Эта компания занималась разработкой и сейчас производит препарат против коронавирусной инфекции под названием «Ареплевир». Кировская область стала участником всероссийской программы «Ареплевир врачам». Акция предусматривает создание в регионах запасов этого препарата для лечения врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с диагнозом COVID-19. Вот так. Программа, которая сейчас стартует в Кировской области, она очень важна именно вот в этом смысле, чтобы оказать помощь, так сказать, медицинским работникам, чтобы оказать помощь системе здравоохранения, которая должна быть мобилизована и успешно справляться со всем спектром проблем, которые возникают. Кировской области для лечения медицинских работников будет безвозмездно передана 1000 доз. Ареплевир способствует ускорению выздоровления от COVID-19. Молекула препарата была выбрана именно за счет ее направленного противовирусного действия. Большое внимание уделено безопасности препарата. Он относится к высшей категории и прошел все необходимые испытания. Компания разрабатывала лекарство параллельно с развитием эпидемии в России. Наша компания еще зимой 2020 года приступила к разработке этого препарата и выпустила в оборот уже в июне 2020 года. Клинические исследования прошли в полном объеме и доказали эффективность этого препарата. Я надеюсь, что заболевания в Кировской области благодаря этому препарату снизятся, и в конце концов мы победим эту эпидемию. В настоящее время помощь пациентам с COVID-19 в регионе оказывает более 4500 медицинских работников. Им помогают волонтеры, водители такси, возят медиков бесплатно, а добровольцы работают в колл-центрах. Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, важно сохранять работоспособность коллективов медицинских учреждений, так как именно от медработников, находящихся на передовой борьбы с эпидемией, зависит число спасенных жизней.